Здравствуйте, меня зовут Стас. Я работаю в новой галерее современного искусства «Наковальня». Мы находимся на нашей первой выставке, приуроченной к изданию комикса по роману Павла Перштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст» в форме вот такой вот книги. Это пока тестовый образец. Роман, впервые изданный в 99 году, спустя более чем 20 лет, Павел Пиперштейн и художница Соня Стереостырски решили облечь форму комикса. Привлекли целую плеяду художников. Каждому художнику было поручено представить события романа так, как он видит. Как мы можем заметить, в выставке приняли участие сам Павел Пиперштейн и, к примеру, Виктор Пивоваров, Таня Пёникер, Кристина Домровская, Евгений Метта, Ренат Мустафин, Сергей Ануфриев, естественно, и многие другие, абсолютно разные в плане стиля, в плане подхода, в плане понимания событий романа. На выставке представлены оригиналы работ, все можно прийти, посмотреть и даже приобрести. Приходите, экспозиция до 8 июня. Наш адрес – Причистенская набережная, 17, дефис 19. Вход со стороны первого Зачатьевского переулка.